Приветствую вас, дамы и господа. Такая новость. Минфин США сможет блокировать криптоадреса, связанные с Россией. Соединенные Штаты ввели новые санкции против финансового сектора России. На этом фоне ведущая площадка страны, Московская биржа, даже приостановила торги долларами и евро. Приостановила, да. О том, что американская площадка может заблокировать криптовалютные адреса, принадлежащие российским трейдерам, следует из новых поправок к соответствующему законопроекту. Однако окончательное решение Минфина зависит от того, сочтет ли глава регулятора, то бишь Гензлер, что такая мера отвечает национальным интересам, в частности, с точки зрения безопасности и общественного благосостояния. Вот такая вот новость. Ну, это на фоне всего произошедшего. Вообще здесь вышла карта. Неразглашение тайны. Что-то тайны какой-то они собрались. Не надо разглашать. Или надо разглашать. Давайте посмотрим этот вопрос. Хотела вообще-то на биткоин я сделать расклад. Но давайте этот вопрос рассмотрим. Что может быть тайна? Сигнификатор, да? Ну, давайте. Боже мой. Юстиция, удача, гости, семерка, много иллюзий. Так, здесь медас. Пятерка. А вы знаете, что здесь на дне колоде у нас, в общем-то, такой аркан. Богатство Креза, третий аркан, как типа императора. И Пентакль Питер, это туз жезлов. Ну, на дне колоды такая возможность, в общем-то, может быть. По дну, если судить по дну. А так, что здесь у нас происходит? У нас происходят такие вещи. Здесь первоочередная... Ага. Фемида. То есть, это Фемида, которая с завязанными глазами. Правосудие. Так, удача в начинаниях, Зерна. Ну, паш еще этих кубков чаш. Ну, это какой-то, да, действительно, вестник, договор. Потом будет большая удача. Большая удача, это девятка кубков, без руля ветрил. Ну, это купец. И под этой удачей будет все-таки вот эта вот напряженная карта, как пятерка пентаклей, разорение. Но это биржи будут непосредственно блокировать. Байбит, может. Так. Хорошие новости. Незваные гости. Дама кубков. И по даме кубков произойдет у нас расплавленный воск. Это тоже паш этих. Паш жезлов. Паш жезлов неоднозначно. Кончается все всеми иллюзии. Ага. То есть это вероятность. Но это будет тяжело сделать. Десятка. Ну, вообще, да, они могут это сделать. Могут это сделать, во всяком случае. То есть произвести. Вот эта линейка кончается семеркой. То есть они будут биться, во всяком случае, над законами. И могут это произвести. Но это тяжелый груз для них будет. Но, во всяком случае, расплавленный воск. Надо быть очень аккуратным на бирже. Сделать сделку открыл, закрыл. Ну, только такие недолгосрочные сделки. Вот такая вот вероятность. Не разглашать тайну. Ну, принципиально у них, конечно, есть это. Такой замысел по императору и по тузу жезлов. То есть могут они это сделать. И, возможно, даже над этим работают. Возможно, даже над этим работают, что полностью закрыть все возможные и невозможные лазейки. Thanks for your watching and subscribe to the Chanel.